если максимально сдвинуть переднее сиденье вперед, а спинку наклонить вперед, то место между рулем и спинкой сиденья достаточно для того, чтобы разместить заднюю сидушку вот здесь вот. Так что места здесь вполне хватает. Еще можно вполне разместить весь груз, который находится в багажнике, освободить багажник и рассовать его по этим вот местам. Так что вот.